Всем привет! У меня сегодня был ремонт велосипеда, и я потерял клинышек, которым крепится педаль. А ехать нужно. Думаю, что же мне делать? И тут мне пришла идея. На помощь пришел скотч. И вот что из этого вышло. Смотрите. Вот одна у меня нога без педали, а вторая крутит скотч. Ну, в принципе, не быстро, но ехать можно. Как говорится, лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Спасибо за внимание.